Еще в начале мая в рамках всероссийской патриотической акции почти 700 жителей республики приняли участие в диктанте «Победы». Итоги стали известны сегодня. Вопросы, на которые отвечали участники, были связаны с героическими страницами истории нашей страны. Диктант «Победы» представлял собой тест из 20 заданий. На выполнение было выделено 45 минут. В числе организаторов патриотической акции – Российское военно-историческое общество и другие общественные фонды и организации. Всего в диктанте «Победы» приняли участие почти 700 человек. Старшеклассники, студенты вузов и колледжей, жители республики. Итоги акции подвели сегодня. Лучших наградили. Закончен еще один важный проект. Теперь в регионе есть интерактивная карта «Воинская память Чувашской республики». Создать ее помогли студенты и представители молодежных организаций. На ней все мемориальные объекты, существующие на нашей территории.